Соточку поднимают, соточку поднимают. Только аккуратнее. То, что будешь делать, все аккуратнее. Ладно, Влад, курс дела введи, как там происходит все это. Да, давай еще разок. Оп, держи. Молодец, молодец. Не за... Живот надо напрячь, Артем. Чтобы фиксас свой, надо живот спину напрячь. Да-да-да-да-да. Заваливает вперед, животик напряги. Заваливает назад, животик напряги. Ну, близко, близко. Начнешь сейчас на руках, когда ходить, двигаться, ты будешь уравновешивать этот кач. Попробуй пройдись, да, чуть-чуть, пару шажков. Оп-оп-оп. Выводит нормально, нормально. Смотри, когда тебя выводит в какую-то сторону выкручивать, вот ту руку подними, останься на одной руке, фишка будет такая. Попробуй. Вот сейчас тебя выводит вправо, выкручивает, останься стоять на правой руке. Во, да, надо было прям раз на одну ручку выйти. Опять, всему свое время, не гони, не переживай. Артем, у тебя два занятия осталось, сегодня еще одно напоминание. Так, это ладно? Потрачено, и одно останется. Ну, сейчас, вот сейчас одно закончится, и до следующий раз там, когда захочешь прийти, еще одно останется. Ага. Матушке передашь, ладно? Ну, чтобы в курсе, Олеся же просит, чтобы в курсе были. Да. Вас кто-то будет в 9 часов встречать? Нет. Владик, потому что взрослый. А за Артема матушка приедет на будущее. Если будете ходить до 9 заниматься, просто как бы времена опасные, да, и чтобы не было движений ненужных, не то переживаний, чтобы к 9 кто-то либо из взрослых, либо из родителей, чтобы кто-то был, ладно? Либо если вы, ну, группировкой ходите, да, чтобы никуда не вперлись, я вот про что говорю. Все-таки хотелось, ну, чтобы мне бы спокойно, мне, я сам как батя, да, чтобы я не переживал, что, ну, ребятня там где-то по улицам тусоваться будет, лады? Это опять, если вам понравится заниматься, если все всех устроит, то хорошо. Главное, на гаражах не отжимайтесь. На гаражах не отжимайтесь, главное. Ну, здесь есть ребята, на гаражах отжимают, но и сразу 500 отжиманий. На гаражах сколько заходите, а здесь 500 будет. Просто гараж и чужое имущество. Можно хозяин как придет, как заругает, как ремнем там влупит и все. Или там не ремнем, а что там есть в гараже. Ломом. Цепью, ломом, да. А скоро снежки, как снежок металлический какой-нибудь сделает. Стойки дубовые, оздоравливающие. Реально из дуба, из настоящего. Поэтому этот у нас братан вот, вот, так вот надел. Приятно, когда вот так. Вот делай массаж, я сейчас сказал. Можешь за стол, можешь поставить стоечку, взять за стену или за стол и стоять покачаться на ней. Конечно. Конечно. И массажик будешь делать. Если вдруг тебе домой захочется, поговори с Денисом Владимировичем, он скажет, как, что надо для этого сделать, чтобы у тебя были тоже дома классные дубовые. Можешь, конечно. Нет, конечно, можно купить где-нибудь разные всякие, да? Но здесь бы. Как бы можно приобрести, не лимит тебе вообще кому-то, из рук, сделанных руками, как, ну, родного нам братана, да, взрослого, дядь, который для нас родной. Ну, для меня он младший, для вас старший. Вы старше Дениса Владимировича? Да. Блин, ну мне уже через какие-то 50 лет будет. Я даже старше твоей мамы, скорее всего. Я даже старше мамы Владика, скорее всего. Да, Владян? Поэтому, что, о чем здесь говорить? Я уже дед, поэтому, конечно, я, меня уже дедушкой называют. 36, а? Маме-то маме 36, а вам 40. А мне за 40, за... но еще не за 50. 42 вам. Да ну, побольше. 44. Практически, но чуть-чуть побольше. Нет смысла угадывать. 45. Если мы рассматриваем... Не, может быть, ты точный день сможешь сказать, вообще круто. Но это потом. Во всяком случае, парни, останете живые, на 50-летнем юбилее погуляем, обещаю. С мороженым, с кофе там и с чаями, со всеми делами. Вот недавно. 50-летний юбилей? Нет, вот, недавно. У вас же был. Да. И у нас тоже. В ноябре, да? Типа того. Третьего, да? Типа того. О, вот это. Да. Нормально. Нормалек. Да? Поэтому Денис Владимирович, он, я его с детства знаю, с его детства, с моего-то взрослости, а с его детства. Вы уже как братья, может. Да, да я со всеми братуюсь, это самый простой способ оставаться человеком. Владяныч, у тебя три занятия. Да. Сегодня и еще два.
Так, пойдем температуру померим, пожалуйста. Артем, пойдем первый. Рука задери. Холодный какой. То 34, то 35, то 36. Нормально будет жить долго и счастливо. Зови Владик. Владик, пойдем температуру померим. И сейчас парень тоже подойдете попозже. Чуть-чуть прям, через минутку. Так, померь, пожалуйста, сейчас Артем запишу. Здесь на 99,9 безопасность обеспечена. Конечно, есть железные столбы, где можно головой удариться там и прочее. Самое главное, знаете, в чем опасность, парни? Отсутствие личной техники безопасности. Когда начинаете ворон считать, зевать там и всякое прочее. Все, Владимир, будешь жить долго и счастливо. Молодец. Пойдем на температуру. Так, знаешь, как пользоваться? Сейчас, секунду. Назови, пожалуйста, сначала фамилию, имя, отчество. Четко, отчетливо. Масов Ярослав Анатольевич. Сейчас, еще раз. Масов. Маслов. Маслов. Да. Ярослав Анатольевич. Маслов. Ярослав Анатольевич. Так, давай, Ярослав Анатольевич, руку. Сколько лет тебе полных, скажи, пожалуйста? 13. 13 полных лет, да? Да. Молодец, будешь жить долго и счастливо. Давай, зови следующего. Скажи, пожалуйста, четко и отчетливо. Фамилия, имя, отчество. Кузнецов Сергей Александрович. Чего? Он не Сергей Александрович? Нет, он Сергей. Он не Кузнецов? Нет, Кузнецов. А что ты потерял? Чего? Нет, я что-то это не увидел. Ты о жизни задумал, философию решили? Анатольевич. Серег, ты точно Серега? Да, точно Серега? Я тоже Серега. А он что забыл, Ярик? Он забыл, что ты Серега? Чего? Чего? Я ж думал, ты Иннокентий. Так, Сергей Александрович, сколько тебе полных лет? 15. 15? Давай руку, температуру. А как? Ты в каком? В 9. Будешь жить долго и счастливо, как все. Молодцы. Чтобы в 7-м? Нет, в 7-м Ярослав. Да? Ты в 7-м или в 5-м? В 7-м? Да, в 7-м. Ну а что, в 15-й 7-м классе нормально. Там, ну, 8 раз на 3-й год оставался. Во второй класс. Я в 15-й школу, правда, закончил уже. Вот я сейчас 15-й. Ну да. Ну просто с 5 лет кто пошел, да, это разница. Меня не с кем было оставлять, меня отправили в школу в 5 лет. Вы 11 классов? Да. Ну хотя нет, в те же времена. 11. Уже появился 11 класс, вот уже появился. У нас как раз, я, кажется, не был в 6-м, что ли, что-то такое. Как раз была смена на 11-летнюю систему обучения. Да, было 10. Ну так-то я отучился 10 лет, по факту, просто через один класс перепрыгнули. Но когда я сюда приехал в город, я реально самый маленький по возрасту, по как бы были поменьше у меня комплекции футболистов там, ребята, я по возрасту. Там же, у нас там парень, Коля приходил, он брился, у него пена с утра. Я говорю, Колян, что у него пена? Я говорю, что у тебя такое? Ну я вот брился, я говорю, слышишь, я говорю, ты что? Ну мне там, например, 13 лет, да он уже бреется. Только ему не 13, ему уже 15 или 16, прикинь, я как учился. То есть там такие прям детины. И вот я постоянно что-то рамсил, заступался, дрался там постоянно. То есть и на меня все так смотрели, думаю, ёма, ну я же должен был там на 2 года младше, прикинь, кого-то. То есть я там в 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, потом-то привыкли, а вначале как на ребенка смотрели. То есть я пришел, а там такие, натуре, реально здоровые. Как типа я пришел, да, и этот... Как Данила Новичка, ну такого габарита, представляешь? То есть я вот как Ярослав, а Данька такой. Вы чё, Яшин, как учишься, хорошо списывать давать будешь? Фаизов, Мишанька, Фаизов. Да, Фаизов, он ходит же? Ну да, вот сегодня были на этом, сегодня соревнования были. Ой, на мастерстве, на выступлении. Он вообще еще ходит, да? Да. Но только он повтор пустит. Да. И он ходит, он тоже спрашивает, ходишь ли ты тоже, как бы вы, получается, вы, как бы у нас вот здесь такая компашка старожилов уже. Ну хорошо. Просто ты пришел бы, Артем, бы как-нибудь с Владиком, пришли бы там в субботу, например, или там если нас вдруг когда-нибудь
когда-нибудь там во вторник или в четверг. Потому что в субботу я не могу. А, вообще по субботам ты не можешь. Вроде когда. Ну или хотя бы во вторник или в четверг. Хоть бы с ребятами увиделись, поздоровались бы там со всеми, подружились бы. Ой, подружились бы, и так дружите, вспомнили друг друга. А что, за 3 года просто здесь, как бы, знаешь, это в разные смены ходите. Если вдруг у нас отменят занятия, когда-нибудь там во вторник, в четверг, то я сразу. Приходи, конечно. Мамка разрешит? Ну, конечно. Парни, Ярослав и Серега, у вас никаких противопоказаний к здоровью нету? По чесноку только. Ноги, спины, голова, давление, глаза, уши, там нормально все? Вот я сегодня ходил вот на профосмотр, мне сказали, у меня кифоз. Позвоночник, да? Да. Блин, надо исправить. Гимнастика спасет. В том плане, это как бы, знаешь, это не повод не заниматься. Я просто сейчас спрашиваю, чтобы мы могли, опять, если вам все понравится, если мы сможем договориться, выстрелить для вас именно программу оздоровления. Не просто выкачивать там элементы, финты, оздоровление, чтобы тело укрепить. Потому что сейчас в юном возрасте надо укреплять сухожилия, внутреннюю часть, саму сердцевину. А мышца там и всякая движуха, оно потом появится со временем. Все, я понял, я просто спросил, продолжите заниматься. Ярослав, у тебя нормалек все? Ну, я не понимаю, мне еще это... Неизвестно. Ты что, операции делали какие, может быть, нет? Вот, поэтому мне надо знать просто, как у вас со здоровьем, как самочувствие, и все ли хорошо. Поэтому мы меряем температуру, поэтому я с родителями разговариваю, чтобы здесь ничего, никто сознание не терял. Потому что здесь я и слезы, и кровь видел, и переживания я видел. За 3 года очень много всего увидел. Но это в хорошем смысле, это в счастье, да, у нас никто не обижает никого там. Есть там хулиганы разные, ну, иногда приходят, но они хулиганят в другом месте, здесь нельзя хулиганить. Сейчас, ну вот, у меня что-то вот здесь нога заболела, когда я, ну, попытался пистолет сделать. Я, ну, вот так штанину приопускаю, там натерла? Вот такой вот огромный синяк. Натерла, да, на это? Возьми гантельки, гирьки. Снимать можно, поснимайте, конечно, поснимайте красиво. Если вы где публикуете, если там как-нибудь пару слов о нас, если напишите, вообще красавчики будете. Шкафчик открой, Артем, шкафчик открывай. Вниз заглядывай, 2 белые гантельки есть. Как раз под цвет твоей майки. Внизу, вниз заглядывай, вниз сам. И да, 2 белые гантельки увидел? Вокра. Да, спинку прямо, шкафчик прикрывай. Ножки можешь прямо аккуратненько, вот шик. И спокойненько, гантельки, упражнения. Давай я тебе напомню сейчас, что там происходит. Они разные. Да? Разные, да. Разные, но специально. Мы же простых путей не ищем. Всегда дали что-нибудь потяжелее поехать. О, чемпионы планочки, да сколько у вас? 24 часа? Смотри, стоишь, можешь в отражении посмотреть, вот сюда в отражении надо что сделать. Первое, ножки на ширине плеч, ручки стоишь вот так вот, не так не обязательно выгибать, ручки стоишь. Первое, поднял, раз, развел, раз, раз, опустил. Можно поделать там 10-12 раз. Потом другой момент, пробуешь прям отсюда рывочек сделать, может быть 5 раз получится сделать. Спинку прямо стоишь и пробуешь. Оп, фиксация. Опять. Оп. Также можно в сторону, например. Оп. Планка веселая, да? Нормально. Ну только стоите прямо. Что-то ты серый выгнулся вниз. Ярослав, ты тоже давай, братан, попрямее. Если уж вы стоите, ну хотя бы можно. Хотя бы уж вот так, поровнее, как бы натянуться там. А то слишком уда, слишком вот это вот так вот. Сергей Геннадьевич, я нормально делаю. Я нормально отжимаю же, нормально же отжимаюсь. Ну что не нравится, да? Говоришь, да нет, нормально, что ты? А что спрашиваешь тогда? Если нормально. Прикольно вообще. Нет, можно с коленок. Например, есть люди с заболеваниями, ослабленные, разные есть. Можно с коленок круто отжиматься. Не надо сразу 1000 там. Практически, молодец, да, зацепил. Практически. Плечи разомни, Серый, плечи разомни. Вот это действие должно быть. Смотри, либо столб, либо стена. Вот многим не хватает вот этого действия. То есть разомни плечи, конечно, как ты выстреливать будешь, когда вылетать. Ты же хват будешь делать. И укрепляйте хват пальцем.
На пальцах можно повисеть. У нас чудесные штанинки висят, если обратите внимание на перекладинах. Две штуки черные, видите, штанинки висят? Вот попробуйте на пальцах зацепиться вот так прям за штанины и провисеть кто дольше. Вверх вам раз к плечам. Ну-ка, как ты взял? Да-да-да, вот так прям, прямо. Нет, вы можете один на одной штанине, другой на другой. У нас же две штанины. Конечно, да. Ну, на ней ребята по 100 килограмм висели. Нет, не сбоку хватаем, а точно прямо, да, вот так. Ну что, пробуйте хотя бы секундочку провисеть. Ну, может быть, 2 секунды. И вот пробуйте, что на максимуме. Что, не получается, Ярослав? Что, серые ногти, да, вылезают по ощущениям? Всем не нравится, что ногти отрываются. А у нас мастера есть еще ребята круче делают. Сейчас, секунду, Владян сделает или там. Так, попробуй сейчас, Серега, зависнуть. Черт, ему устал? Терпи. Парни есть прям четко исполняют на них. Ну, я сейчас попытаюсь показать, как они исполняют. Все, Владян, ну давай, 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 давай. О, нормально подтянулся, да? Прям туда можно подбородок сверху закрыть. Так, Владик четыре, да, подзакрыл, да. А если ребята вот так вот типа делают, например, взяли. Нормалек же, да? Пробуйте. У меня так же по ощущениям пальцы вырываются, все так же, надо просто перетерпеть. Артем, трюк если делаешь, пожалуйста, аккуратнее. По минуте висят ребята. То есть будьте готовы к тому, что когда, если решите записаться, будьте готовы стать в какой-то момент, ну как, мастером гимнастики. Хотя бы на какие-то часы придется становиться, а потом можно про это забывать. Но приходя сюда, придется вспоминать, как это мастерство обретается. Артем, ну а что, давай трюк на этих, на... А, ты вон что строишь, понял все. Только не залезай, не вздумай залезать туда наверх. Я думал, что у тебя трюк, знаешь, сделаешь. Вот поставить кругляш, вот этот, потом еще на нее сверху кругляш, и на них что-нибудь типа удержать. А, ну круто, да, ну уж две руки надо было что-нибудь поставить тогда. Мне что, второй ногой ставить, что ли? Сразу в две руки, опа, вот так взять. Как бы так ловко, да, только выбери такие, чтобы они на тебя не упали. В руки бери поменьше. В руки бери поменьше, да. Ну, пробуй. Так, что, Владик, если что, попроси помощи, скажи, Владик, помоги, пожалуйста. А мне лоб помогает. А, ну, на хороший помощник. Чело, да? Чело. Помог? Лоб. Шишка лоб помог, да, но это хорошо, хорошо, не переживай. Как? Держу. Держишь, молодец. Все, попадала я. Все хорошо? Родителям, ребят, придете, Ярослав и Серега, расскажете там, ну, фотки, может быть, сфоткаете, как вы элементики делаете, там, если телефон есть, пофоткайте друг. Просто родителям покажете, чтобы они видели место, куда вы приходите, чтобы не волновались. А скажут, а там что вот на улице, на землю, на бетон падаете, чтобы показать, что мама, здесь все хорошо, спокойно, опять. В любом случае, надо родителям будет прийти, да?
понимаете же, надо прийти, посмотреть, познакомиться со мной, познакомиться со старшим тренером, может, повезет, познакомиться с президентом, может быть, даже с Путиным, но потом. Сейчас он пока до нас еще не доехал, Вова не увидать. А? Вова занят. Ну, у Володи сейчас дела просто, надо много чего других поделать, поэтому это... Пока здесь. Пока здесь наш президент. Ярослав, еще раз, тебе 13 лет? Да. Полных, да? Тихо-тихо, Артем, ноги живые? Все нормально? Да. Самое главное, парни, ноги, зубы, уши, глаза, все берегите. Ярик, не просиживай, не отдыхай. Отдыхай в шпагате, в мостике, в отжиманиях отдыхай, в приседаниях, в висе. Все постелено у тебя? Нормально все? Да. Соскок будешь делать? В какую сторону? Точно. В какую сторону соскок будешь делать? Только лишних движений не совершай, ладно? Делай то, что ты уверен, либо делай то, что ты хочешь научиться, но проси подстраховочку. Аккуратно, аккуратно, Владян, молодец. Сейчас ты об Артема так завернешь, да, и пойдешь, да, дальше. Ну, чуть-чуть ты не доделал. Давай еще разок, может быть, другой ход. Артем, аккуратнее. Сергей Александрович, а тебе сколько лет, напомню, пожалуйста? 15. Давай, тихо. Нормалек. А, опять чуть-чуть, молодец, чуть-чуть. А вот теперь скажи, Владян, парням, когда ты сюда первый раз пришел, ты умел ходить на руках, стойки на руках делать? Нет. Многие парни с нуля. Вообще с нуля с таким штукам научаются. Да, ну вот опять, Влад, если бы хотел, он бы на элементы бы подключился бы. Ему надо физуху подготовить к учебе, к училищу, к военному. А у кого есть задача элементики, а вообще здесь ничего нет проблемы. Там за месяц, за два можно подготовить уровень уже на соревновании выступать. Но смотря какие соревнования, клубные или городские. Если хотите посерьезнее, парни, придется впахивать. Соответственно, за соревнования денег там дают нормальные призы, но за это надо очень и очень и очень стараться. Я когда первый раз пришел, сначала никого не было, а потом пришли какие-то два пацана, говорят, у тебя есть магнезия? Ну да, да, да. Есть? Мага. Парни, кажется, пришли с мамой, да, приходили? Вроде мамки, что ли, привела там два паренька? Нет. Два брата, нет? Сюда. Получается, вот они были вдвоем. Двое каких-то взрослых парней приходили, один у нас вел тренировку. Да, все, вспомнил. Ливон? Да. Ливон, еще кто-то, да. Да. Было дело. Вот времена, да сколько людей? На данный момент, Серега, Ярослав, вы 387-й человек, то есть был. То есть практически 400 человек за 500 тренировок. Скоро юбилей, да, чаек, кофеек, там все дела. Нормально, еще поставишь? И теперь ты на них залезешь, да, на них? Но только смотри от теми, аккуратно. Тогда знаешь, как залезай, сальто делаешь вперед и сразу запрыгиваешь туда. И слона еще на него поставишь. Слона не надо. Слона у нас пока нету ручного. Есть собаки во дворе живут. Можно двух собак позвать и ручных. Да, есть ручные. Мы их разместим, белку и стрелку, мы их по краям разместим. Делайте, бить, висеть, все можно, да, только никого не мешать, самое главное не повредить. А то мальчик один тоже с дуру ударил, и у него рука заболела, потому что там же, если обратите внимание, столб, он не круглый, он ребрами, да, столб? Он как бы это, квадратное сечение. Я вот в этот вот хорошо ногой зарядил, там где... И в ребро, да, попал, наверное? Да. Диман Сосаритин, да, тоже стукнул, в ребро попал. Нормальная штукенция, кстати, да, красиво получил. Есть такой мультик советский, там два типа, они в городке играют, из городков домик строили, не видели? Ну, такие этот,
городковые такие столбики. Он там то чай не с ними пили, громадный такой дом себе построили. А потом что-то он разрушил, что ли, у них, я не помню. Вот Артем такую же штуку запридумал. Только смотри, если что будет падать, чтобы... А теперь ты хочешь вытащить, да? Да. Ну давай. Если что-то падать что, будет, то... Стой, я сам попробую. Давай. Стой, стой, погоди, секунду, ты не доделал одну вещь. Стоп, 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 стоп. А как ее здесь? Блин, тихо. Тихо. Я ров? Тихо. Я не вижу отсюда ровно с этой стороны, Владян, с твоей стороны. Аккуратно. А я хотел ее... ё-моё, вот почему она я не вижу. Смотри, вот с этой стороны я стою, я не вижу, что она высота разная. Может поменять? Ну, наверное, логичнее было. Ну, так смотрится красиво, да, необычно, как архитектурное строение. А так для правильности, конечно, поменять, только не ударь. Все самое, не ударь никого. Я еще помню, когда первый раз пришел, у меня вроде пресс нормальный. Такой подготовленный, а потом с переворотом как-то не идет и все. А потому что... И потом как-то самому научился. Не техника, непонимание, да, процесса. А знаешь, оно с виду всегда кажется, ну я так нормально, так вот чуть потрясаю. А на самом деле открывается, да, момент, там надо доделать, там доделать. Просто берегите свое тело, парни, оно поможет, оно вас спасет. Я в свое время, ну по глупости, приключений, да, не надо было просто делать. Я подугробился не по-детски. Вам я этого не желаю, но опыт жизненный... Оп! Артем, молодец, поймал. Но опыт жизненный получить надо. Без него никуда и никак. Воды? Блин, стул ставь, Артем, поставь стул себе. Я сейчас вот так сделаю. Хуба, давай, я развернулся, да, молодец, 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 молодец. А начинал Влади ходить у стены. Первые вот сначала попытки постоять, у стенки пройтись. То есть начинал у стены ходить. Поэтому, когда говорят, нет, по идее, все рождаются совсем, с пониманием всего. Просто это надо взрастить себе, это вспомнить надо. А ты говоришь, да, ерунда, легкотня. Вот я сегодня пример двум Максимкам рассказывал. Да любой подойдет, скажет, я все могу, но не буду, не хочу. И вы не докажете ему, что он может, не может, не докажет. Он скажет, я могу все. Ты лох, ты плохо делаешь, а я не лох, я хорошо, но не буду делать. На стул, Артем, на стул. Где он? Ставь. Вот, два стула, ты что, где он? Они, два стула ставь, только аккуратно, чтобы ничего не плюхнулось. А теперь как Влади как-нибудь между них пройдет, между стоек пройдет, не задевай. Знаешь, как на права сдают? Вам проехаться. Сейчас я проеду. Давай, только аккуратнее, Владян, тоже не ударься. Артем тоже вот на днях у нас тут начал постоял и упал. Ногой на стойку ударился, и синяк такой, болело это потом. Какой Артем? Вот. Забело. Не Киселев, не Киселев. Нет, а Руденко тут тоже есть. Как? Руденко. Руденко, два брата, да. Да, Юра и... Да, да, да. Они заходят, все заходят, частенько заходят достаточно. По настроению, по желанию. Штуку подать. Помоги, пожалуйста, помогите, пожалуйста, аккуратно. Тихо-тихо, заваливается Артемий, заваливается, заваливается. Она прям тянет туда, к стене. А я рукой. А. Ярик, отходи, чтобы не плюхнулось. Либо... Ты выравниваешь, да, ее? Как игра называется? Всякие кубики ставят и поубираются. Дженга. Как? Дженга. Жанга? Дженга. А дженга? Ну, есть такая штука, да. Такая чик-чик, ее там убирать надо. Мы просто с кубиками в детстве играли. Один строит, другой ломает. Что-нибудь хитро так. Это, говорит, мне кубик дай, мне не хватает кубиков. Ну, сейчас лучше, сейчас можно построить, и там какой вытаскиваешь, там желание написано, что тебе надо сделать. Ну, забавные всякие, да, придумывают. А раньше такая же игра называлась это фанты. Тоже такая, блин, ну высоко ты до потолка, да, вытягиваешь? Представляете, по ней еще забраться и по ней еще на ней удержаться. Тихо. Если будет падать, чтобы поймалось. Ну ты смотри, что, а? Ну нормально, а что? Ты под углом, да, ее поставил? Под углом она как
касается. Ну а там никак. Прикинь, взять всю вах, выход на дверь. Здрасте! Дальше сделать. Ну что, красота, осталось только ее теперь зафиксировать в памяти. Да, и ты можешь сфотографироваться, сказать, мама, да, вот чем я занимаюсь. Делай, пока не упал. Чем я занимаюсь на гимнастике? Давай, давай, красиво, да. То есть вот такое применение стоечек. Ну и Денису Владимировичу будет радостно, что. Давай на фоне, да, на фоне федерации объявления на фоне. Так, чтобы красиво получить их. А вот этот, смотри, когда фотография сделается, это будет видно верхнюю часть, нет? Вот тогда, значит, делай, да. Нормально? Красавчик. Так, как разбирать будем? Или разбирать не будем, оставим завтра, до завтра. Но оно упадет точно завтра. Ну, смотри, как, может и не пойдет. Сейчас, погодите, ради просто... Я знаю, если по крышку положить, она упадет. Да. Бух, если плюхнуть. Так. Сквозняк ее сдует. Сквозняк, уборщица. Нет. Нет. Я что-то под углом кинуть. Ничего бросать не надо. Разбирать будешь? Молодец. Итак, одну сбил, а эти остались стоять. Сейчас был бы вторник, был бы народу, кто-нибудь бы пролетел прямо под самый... Да, специально. У нас есть замечательные ребята, которые специально бы пришли бы и сказали, а чё, чё, здесь чё, 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 там, вот там, Атё, смотри, чё там такое, хоп. Есть, ну, ум, неспокойный ум, много-много в уме происходит там всякой движухи, который очень треморит и переживает. В школе сидят-то люди, блин, не могут сфокусироваться на предмете. Сколько мы трещали над всякими этим, в институтские, учебные там всякие. Кто ручкой в ухе ковыряется, кто в нос что-то там вот так вот, как шахту роет, прям высматривает. Кто там какие-то бумажки жует, там смотрит. Я просто сзади всегда сидел, вот всегда, где бы я ни учился. Мне всегда было интересно наблюдать. Ну, когда зрение позволяло, потом зрение перестало позволять. Ну, забавно. В начальной школе сел на последнюю парту, там кто-то у нас сидел и любил покататься на нем. Я сел на него, то стул такой, через 5 минут жж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 
ничего, не ругали тебя? Нет, не ругали. Оп, хотел присесть, да, такой на покрышку, хотел присесть, но понял, что да, на покрышке сидеть не надо. Шпагатик, да, Ярослав? Шпагат дружишь, Серый? С шпагатом дружишь? С рукопашным боем вы дружите, да, оба? Занимаетесь где-то, ходите или просто хотите драться? Ну, ходи, не, ну если вы руками машете, уже, значит, как бы дружите с рукопашным боем, рукой пошел. Со шпагатиком бы подружиться бы, потому что он поможет многие элементы делать, реально, очень многие элементы. Горизонтики, висы всякие, да, когда вы ноги раздвигаете пошире, у вас получается идет лучше уравновешивание. Артем, а, ты сейчас походи, походи по ним будешь? Или просто их у стенки складываешь? Я просто... Если что, тогда к шкафу сразу мог бы ты отнести? Или попроси, ребят, парни, помогите, пожалуйста, Артему стоечки к шкафу передвинуть. Это, братва, время 21.06. Да, все. Ну, как всегда, в общем, мы... Ага, ты смотри, какой хитрый. Вот Владик решил добить полтишком, да? Ну, как всегда. Кто еще готов на полтишочек подъем корпуса? Аккуратно, сколько, аккуратно, сколько, Серега. Сколько время? Время 21.07. Вот, на все про все у вас 10 минут на сбор, потому чтобы родители не переживали, не волновались. Лады? Полтишок добьете, Артем? Сделаешь на пресс полтишок? Ну, я так устала, ты... сейчас. Ну, все, я понял. Я переодеваешься? В школе там, помню. Просто. В школе полтишок уже сделал. Алло. Парни, да. Тоже по желанию, давайте, ну по возможности, полтишочек да, сделайте, пожалуйста. На ножки там на покрышечку, раз, ну, раз. Владян, подвинься, чтобы Серега тоже там подлез. А ты не успеваешь, что ли? Ну ладно. Артем, если время есть, полтишок тебя ждет тогда. 5, 36, 5, 37, 49, 15, 39, 37, 5, 39, 5. В общем, 5. Это... мне идти нечего было. А мама подъехала? Да. Ну, там, не мама, там бабушка. Поехала. Я понял. Которая, не вот эта, которая в Москву уехала. Я понял. Ну, как а бы она с Москвы бабушка. Приехала? Я понял, да. Ты переодеваешься, одеваешься, да? Угу. Все, лады.
Благодарю за интернет, как всегда, хорошо. 37, 50, 16. Не помню. 37, 50. Дышим, парни. Надо ручками коснуться пальчиков ног, по возможности опять. Будет живот и спина сильные. Болеть. Пресильные. Нет, болеть это от этого не заболит. Если, конечно, там за сотню сделать, то, может быть, будут ощущения. А это все ерунда, поверьте.